«Единая Россия» будет добиваться того, чтобы законопроект о гаражной амнистии был принят уже в весеннюю сессию. Документ внесен в Госдуму 16 декабря. Об этом сообщил во вторник секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Предлагаемые законодательные меры схожи с дачной амнистией, которая упростила порядок оформления собственности на дачной постройке. Она была очень востребована у жителей. За 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что гаражная амнистия будет действовать до 2026 года.